Они ездят в каретах, они всегда в авангарде. Их ждут, глядя на часы. Их работа связана со стрессом и нередко опасна для жизни. О работе самарской скорой. Доктор ответит на все ваши вопросы. 27 апреля. В студии сотрудники Самарской областной станции скорой помощи. Раймонд Чернуха и Артем Кандыба. Программа «Звоните доктору». 27 апреля в 18:15 на телеканале «Самара ГИС».